Обзор по паре фунт-доллар, часовой график. Вчера в 11:30 были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Данные оказались хуже ожиданий как в годовом исчислении, так и в квартальном. Это оказало давление на котировки британской валюты, после чего можно было наблюдать снижение цен ниже уровня поддержки 1.2475. Котировки были остановлены у линии восходящего тренда на 4-часовом графике. Также можно заметить, что даже при более сильных данных о розничных продажах в Соединенных Штатах Америки котировки не смогли даже достигнуть линии поддержки 1.2352, что говорит о существенном давлении покупателей на данном рынке. При общей восходящей динамике цен, а также при ожидании сегодня в 11:30 данных по росту средней заработной платы, которая ожидается в плюс 2,4%. Рекомендую заключение сделок на покупку по данному инструменту после пробития данного уровня сопротивления 1.2475 с дальнейшей фиксацией прибыли у максимума прошлой недели 1.2672.